середине 21 века человечество выкачало из Земли все ресурсы и оказалось в очень неприятной ситуации. И тут нашлось кое-что интересное. В песках под развалинами самой древней из известных цивилизаций археологи выкопали следы существ, которые жили еще раньше и были очень продвинуты в техническом плане. Все, конечно, обрадовались. Появилась надежда свалить с матушки Земли куда-нибудь на другой конец Вселенной. Впрочем, как всегда, человечество ждал жестокий облом. На Землю внезапно налетела орда кровожадных инопланетян. Через 3 года боестолкновений люди, как говорится, оказались на грани полного уничтожения. От безнадёги лидеры землян вспомнили про ключ к вечности, артефакт, оставшийся от древней цивилизации. Британские ученые доказали, что ключ может открыть портал в определенную точку в прошлом и всех спасти. Оставалось его как-нибудь активировать. К периметру. Начать сканирование. Сканирую поверхность. Активность ничтожна. Что? Нас сегодня никто не ждет? Внимание! Вижу цель на 2 часа. Идет к нам. Держитесь, у нас гости. Ё-моё! У меня день рождения, я по уши в дерьме! Я сейчас должен нюхать кокс и трахать девчонок! Надеюсь, Стоун, ты принес мне тортик! Так, Альфа, слушай меня. Группа «Браво» охраняла ученого в старом музее Каира. Однако с 9:00 они не выходят на связь. Ментал хочет изжарить землю, а мы тут статуи охраняем. Ученый знает, как раскочегарить ключ к вечности. Брехня. От науки пользы нет. От пушек есть. Да похер. Есть там что или нет. «Браво» сидят одни. Рвем туда, меняем им подгузники и домой. Если вдруг залипнем, наша главная задача, профессор, мысль ясна? Как дерьмо Гнаара. Родригес. Тревога, тревога, тревога. Нас атакуют, ухожу из-под удара. Рвем вправо, держись. Уходим, уходим. Они без меня не пропадут. Черт!
готовься к периметру. Начать сканирование. Сканирую поверхность. Активность ничтожна. Что? Нас сегодня никто не ждет? Внимание! Вижу цель на 2 часа. Идет к нам. Держитесь, у нас гости. Ё-моё! У меня день рождения, я по уши в дерьме! Я сейчас должен нюхать кокс и трахать девчонок! Надеюсь, Стоун, ты принес мне тортик! Так, Альфа, слушай меня. Группа «Браво» охраняла ученого в старом музее Каира. Однако с 9.00 они не выходят на связь. Ментал хочет и жарить землю, а мы тут статуи охраняем! Ученый знает, как раскочегарить ключ к вечности. Брехня! От науки пользы нет, от пушек есть. Да похер, есть там что или нет. «Браво» сидят одни. Рвем туда, меняем им подгузники и домой. Если вдруг залипнем, наша главная задача, профессор, мысль ясна? Как дерьмо Гнаара. Родригес. Тревога, тревога, тревога. Нас атакуют, ухожу из-под удара. Рвем вправо, держись. Уходим, уходим. Они без меня не пропадут. Уставился. Кончай глазеть. Бита есть, найду пару бошек, поиграем. Стоун, это Квин. Мы получили сигнал о помощи. Что у вас там? Вертак в хлам. Я в паре кварталов от него, выдвигаюсь к Альфе. Стоун, сколько раз тебе говорить? Надо. Забей, Родригес. Где вы есть? Мы у входа в музей, как и положено. Где ты там застрял? Держитесь, я иду к вам. Понял тебя. Что нужно?
все круче и круче. Родригес, я сказал, буду через минуту. Это Джонс. Родригес. Вот черт. Thank you.
мистер Смит, мистер Вессон, рад вас видеть.
Зачем так громко? Опа! Чем так громко? Опа! Вертолет в зоне видимости. Что с группой Альфа? Я их потеряла. Конец группе. Господи! Живые есть? Нет, здесь становится жарковато. Я вхожу в здание за профессором. Принято. Осторожнее, там может быть полно чужих. Значит, скоро будет полно трупов.